Всем привет, меня зовут Влад4, и в этом видео я попробую снять пранк песни. Я знаю, что подобных видео уже много на ютубе, но меня так сильно зацепила идея, что я ну просто не смогу пройти мимо и не снять что-нибудь подобное. Я прям в ожидании. В общем, я выбрал свою самую любимую группу, One Direction. Я выбрал самые крутые строки из песен Perfect и History, выписал их на листик. Я уже хочу начать. И выбрал человека. Ее зовут Ульяна, она моя очень хорошая подруга. И она очень мало смотрит YouTube, поэтому, скорее всего, она не знает об этих пранках. Короче, мои строки очень странные, они какие-то то ли любовные, то есть я признаюсь в любви, или наоборот, как бы я говорю, что типа нет. Я уверен, что Ульяна, она как-то странно будет реагировать на это все, поэтому давайте начнем. You gotta help me. I'm losing my mind. В общем, она прочитала и думает. Долго думает. Очень долго думает. Ну и чем тебе помочь? Ну как-то так. И просто забавно то, что я знаком с ее мамой. Она слишком долго отвечает, но по-любому не понимает, что происходит. Знаешь, Влад, хрень несешь, короче. Ты как бы сам с моей мамой знакомился. Вот прям взял и познакомился, когда спал у меня еще. Не помнишь? Это не то, что вы подумали. Короче, она не понимает, что происходит, и это то, что нам нужно. Напишу. Да блин, я не об этом. Чего? Дратути. И смайлик. Пойми правильно. Я тип Уля. Какое понять? Ты сам меня тупенькой называешь. Like чего? Мой мозг разрывается. Я представляю. Прости. Стоп. Влад. В последнее время я учить английский начала. И иногда я перевожу на английский то, что мне пишут. Ой, мне кажется, меня словили. Это чуть-чуть знакомо. One Direction. Perfect. Чего? Ты либо очень оригинальный, либо я... какую-то шутку. Бумага, я тебя порву, если ты мне не объяснишь. Ну что, я думаю... Может, признаемся, что это пранк? Давайте я напишу. Это пранк. Я слишком привыкла к твоей сдвинутости, что мне как-то все равно на пранк. Но вот только один вопрос. Это на YouTube? Ульяна звонит. Дратути. Ты что, вообще поехал? Серьезно? Ну, было же весело. Мне было пиздец весело, особенно когда я такая читаю реально. И понимаю, то есть я вот реально одно время за трёх переводом песен, которые я слушаю, и это пипец знакомые строчки. Ты просто тоже любишь One Direction? Я обожаю One Direction. Красава. Только ты об этом знаешь, так что... Ну и сейчас тоже много кто узнает. Чего? Ну, в общем, такой пранк у меня получился. Пишите в комменты, что вообще думаете по поводу этого видео. По-моему, был зачетно, мне понравилось. Я, может, даже еще что-нибудь такое сниму. Ну, а с вами был я, меня зовут Влад4. Всем... Пока-пока.